Який жорстокий світ шоу-бізнесу наступна учасниця знає на чуток. Меня зовут Кристина Кочегарова, мне 12 лет, я буду представлять город Киев. Мне много говорят людей, что я красивая. Я считаю, что внешность артиста важна, потому что он должен показывать пример всем людям, которые его поклонники. Я с самого детства привыкаю, каждое утро делаю зарядку, качаю пресс. Я давно пою, пробовала себя в разных конкурсах. Это и новая волна «20-ка», и, опять же, Евровидение. Она представляла Украину в 2011 году. Достаточно сложный этап в ее жизни. Мы получили массу писем от тех родителей, которые не прошли финал Евровидения. Какая Кристина там бесталантливая и так далее. Мне было очень тяжело это все читать. Популярность – это великая сила. Она имеет и черную сторону. Тебя уже много раз показывали по телевизору, в различных конкурсах. На тебя уже твои одноклассники смотрят совсем иначе. Вот случалась уже звездная болезнь? Уже ты это пережила? Лыжня за ней бегает. О, кристалл идет, бегу, ту-ту-ту. Автографы. Она убегает, она прячется. То есть пока такого нет, честно. От себя людей отвращаешь тем, что ты такой как бы звездный. А надо быть всегда человечным. Кристина пообіцяла собі, що в жодному разі не гратиме за підступними правилами шоу-бізнесу, коли заради перемоги зірки ладні знищувати конкурентів. Кристина, о чем думаєш? Я, допустим, вспоминаю своїх двох маленьких сестричек, вони мені завжди позитив приносять. Моїх родителей, які как бы, мене завжди підтримували. Це мій секрет. Сигнальний огонь уже зажегся. Я тобі желаю удачі. Я готова. Спасибо. До встречи. До встречи. Удачи. Спасибо. Подождите, у нас два тренера повернулось. Тина Карен, Светлана Бара, два тренера повернулось. Два! Вже вдруге за сьогодні скрипка підбурює Тіну на дуель зі Світланою Лободою. А сам кнопки не натискає. Підступний план? Приміром, поки двоє тренерів зосереджені на чварах, третій забирає собі найкращих вокалістів. А можливо, припущення хибні? Невдовзі все розкриється. Привіт! Добрий день! Як тебе звати? Мене звати Кристина Кочегарова. Я не натиснув кнопку, тому що немає змісту, дівчата все одно до мене не йдуть. Ну ми з тобою проспорили, как бы. Як проспорили? Ну, как бы, давай. Ні, так а що я буду натискати, все одно дівчата не йдуть.
С информацией, механизм. Но я увидела самого главного фаната сегодняшнего твоего голоса. Ты потрясающе пела. Спасибо. Светлана подпевала тебе всю песню. Всю песню она танцевала, она яростно болела за тебя. У тебя очень красивый голос. И ты спела это чувственно, с душой, самое главное. Если честно, я очень рада. Для меня это неожиданность. Ты обворожительна просто. Просто обворожительна. Я очень рада, что я нажала эту кнопку. Я не прогадала. Ты уже идешь ко мне обниматься? Чика-чика-чика. Стоп, 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 стоп. Будем поздороваться. Ну, обняться, почему же нет? Почему не обняться? Я скажу так, что... Правила меняются, да? Я скажу, что эта девчонка – это мой человек. Я чувствую это вот всем сердцем. И я знаю, что мой выбор правильный. И я знаю, что я граню твой талант, который у тебя безмерный. И мы сделаем с тобой так, что ты будешь одна из лучших участниц на этом проекте. Я тебе гарантирую. Так она уже выбрала? Да. А ты же выбрала? Да, да, да. Она выбрала же? Сказала, что... А Тина повернулась тоже? Олеж? Ну тогда, она же повернулась. Она же повернулась. Я не знаю, что она повернулась. Я думала, я одна. Она сейчас скажет. Она побежала ко мне. Я думаю, вот манипулянка. Я не знала. Я думала, что я одна. Вообще, ну как, ну демократия, в конце концов. Ну, сори. Ты такая молодица, ты такая умничка. Мы тебя поздравляем. Мы тебя очень рады. Мы пели вместе с тобой. Молодец. Спасибо большое. Папа, молодец, опять. Добро пожаловать. Спасибо вам большое.